продегустировать. Это пиво, я взял его несколько бутылок. Пивоварня Бровар называется. Это вроде как крафтовое пиво, написано 100% handmade. Бутылочка 0,35, естественно, маленькая. Forest IPA American Ale. Вот такая вот фигня. Волынская броварня. Алкоголь 5,7. Ибу. Это та самая, которая у нас включает за горечь. Почти 50. Значочек. Ну и сухие речевины 15%, то есть место Березне Рівненської области. Из Ровно. Последний раз, когда я пил пиво из Ровно, это было пиво Рівень, и это был ужас. Будем надеяться, что в этот раз мне повезет больше. Тем более, что я его взял действительно каждого сорта в бутылке. Но не самый дешевый, скажем так, но не самое дорогое. Ладно, будем пробовать. Довольно темное. Хвойные. Да, имеет такую хвойную нотку. Может, поэтому и хворост. Хворост, то есть лесной эль. Ну, все может быть. Да. Ярко выраженная, причем не такая слабость, она реально чувствует хвойная нотка. С чем, я не знаю, что тут добавляли. Светлый эль с уникальным ароматом соснового лису, характерным охмеленням, довершує приємний смак яскравою гірковатою гіркотою, продовжує тему хвої екзотичних фруктів. Вот так вот. Бокала у меня специального нет. Тут даже вот указана форма бокала, какая должна быть. Продавалась. Это пиво я брал у нас, а был в метро. Там продается это пиво. И продается упаковка 4 бутылочки пива и бокал. Вот как раз вот такой это нож. Я его не стал брать, там получается пиво где-то на гривен на 100 и 120 где-то бокал стоит. Она мне стоит 20 гривен бокал, я, честно говоря, не знаю. Вот, поэтому я ее не взял, эту упаковку. Что-то я, может, потом возьму куда-нибудь. То есть, пока понятно. Ну, то есть, пахнет елкой и все. То есть, сказать, что тут еще, я не могу. Так что пробуем. Сложно. Вот так как будто елку пожевал, ебову. Когда-то очень давно я сам делал пиво. Ну, один раз я пробовал. Нашел где-то рецепт пива из молодых побегов сосны. Оно было вкуснее. Честно. Тут реально как будто жуешь елку. Честное слово. Я не знаю, получу ли удовольствие от этого пива. Потому что я его все равно выпью. Но вот и сейчас я его брать не буду. Сейчас. Не мое, а вообще. Я считаю, что гиркота должна быть не под 50, а где-то ниже 25. Это, по-моему, уже зоната. Ну так, чисто попробовать, да. Кому-то на подарок подогнать. Ну, наверное, да. А пить, чтобы вот пить и получать удовольствие, то есть как освежающий напиток, не оно. Вообще не оно. Поэтому как бы странно. Но я выпью. В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве
тонет, тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода.